так. Я всегда буду стоять спиной к тому, о чем рассказываю. А вы ко мне лицом. Когда вы будете видеть, я-то знаю, что это. Итак, перед вами здание Радужного. Здание муниципалитета Радужного. Ну, как угодно. Это Сити Холл, ну, как это называется. Горсовет и так далее. Как вы думаете, приблизительно? Ну, да, мы не молодые. Старые. Старые. Да, пока вы. Как эти фильмы. Да. Старые. Почти старые. Откроено оно было в 1923 году. И фильм надо взять. А потом вот это дети взяли. Что же это на разу? Ну, это на разу я поставлю, теперь на разу я поделочки, а сверху бывает одна разу я заводит. Вот для этого здания специально построили завод, который искусственно ставил жизнь, для того, чтобы здание было сделать. Вот если вы окупки кусок, вы заявили, что я хочу.